Здравствуйте, дорогие друзья, и мы с вами продолжаем следить за событиями седьмого сезона Национальной студенческой футбольной лиги и завершаем очередной межрегиональный турнир, очередной раунд состояния здесь, на арене Евпатории, матч между командой Севастопольского госуниверситета и командой Дубан. Университет, вы знаете, прекрасно, что есть так точную терминологию, но два турнира параллельно проходило здесь, в Евпатории, два турнира чемпиона группы А. И вот, собственно, если один участник команды Севастополь, то это команда СНГ и команда Севастополь-Ежа. Сейчас назад, пятый, Владислав Кирилл, 26, Костырин, 19, и Никита Скуририн играет под номером Шиманский, главный тренер футбольного клуба. Ну, вот такие вот болельщики у нас присутствуют. С мячом. Просто взял и пробил. ГУ и 1-0. Скуририн по правой бровке прошел и выходил четко на прежнюю штангу Костырину. Ну, давайте еще раз посмотреть. Да, Скуририн здорово прорвался. По правой бровке прострел. И Костырин, кстати, красивый. Лазить надо, конечно, отсюда, но он и делает. Это Горомко просвел. Ух, неплохо и рядышком на мяч проходит. О, какой подход. Вот на касание. Как это классно забьет, если я Горомко. Это будет шедевр. Горомко на таком виде. Еще бы получалось все это. И вообще все интересно. Хороший момент. Ух, как свежо это сейчас. Нравится, но нет. Талферин. Ой-ой-ой, здесь, мне кажется, пахнет вторым голом. Костырин, как так? Заканчивается первый тайм, 1-0, футболисты КубГУ. Пока что впереди. Но пока этого не получилось. Второй тайм. Попадающий, да, твой, не успеет. А то дальше что-нибудь придумает. А Коронка, ну, конечно, хорошая, можно отсюда заряжать. Нет, даже бьет по нему. Он, какой выстрел сумасшедший! Опасно как! Чем тут опыт? Ребята, 8-9, чего ты? Пошел, сейчас. Она же, кстати, вторая. Ну вот. Но нету ее, и все. Финальный свисток, 1-0, команда Кубанского университета одерживает победу.